К другим темам. Сегодня в Новосибирске подъезды дома номер 20 на улице Римского-Корсакова наполнились паром. Многоэтажку затопило горячей водой. Подъезд, и из подвала прямо в щели пар идет. Ну, открыл, спустился по лестнице, ну, на лестнице вода. Сообщил старшему по дому, вот. Открыл, чтобы проветрило, потому что ничего не видно было, все пар. Чтобы не ходить по кипятку, жители проложили к трубам сходни из досок. Вода поднялась до ступеней лестницы и ушла под дом только через несколько часов. Через отверстие, которое коммунальщики сделали еще прошлой зимой. Тогда подвал тоже топило. Владельцы квартир считают, что в обоих случаях порыв произошел после ремонтных работ, которые проводили на улице. По стенам многострадального дома идут трещины и обваливается штукатурка. Журналисты ОТС отправили запрос в ресурсоснабжающую компанию с просьбой разъяснить ситуацию.